виду это обычная семья. Папа сидит за компьютером и работает, мама готовит на кухне, а сын... Сам. Собственный опыт, свои интересы, жизнь в данную минуту. Именно это лежит в основе анскулинга. В 1977 году эту философскую теорию в своих книгах описал американский психолог и педагог Джон Холт. Изучая психологию детей, он высказал теорию, что ребенок лучше обучается сам, на собственном опыте, без определенной системы. Ребенку нужно изучить вещь самостоятельно, столкнувшись с ней. И знания в этом случае приходят методом проб и ошибок. В школе же ошибки – это то, за что тебя наказывают, и поэтому анскулинг отрицает школу. По статистике, в США в 2012 году насчитывается уже 700 тысяч анскулеров, и с каждым годом их число растет. Анскулинг в Америке приобрел радикальную форму стиля жизни. Родители позволяют ребенку делать все, что он хочет, одевать, что хочет, и выходить в этом, куда он хочет. Есть что угодно и где угодно. Дети сами распоряжаются своей жизнью, но... Есть понятие внутреннего цензора. У ребенка цензора нет. У него нет внутри такого механизма, человечка, который говорит, что это нельзя, это плохо. Да? И в лице цензора выступают родители. Да? То есть они его направляют, они работают вот как раз этим законом. Попав в Россию в 90-е годы, анскулинг начал видоизменяться. Он превратился в более контролируемую родителями философию образования и воспитания детей. Когда у нас родился Робик, естественно, мы изучали, как там воспитывать ребенка, как с ним заниматься, кучу методик пересмотрели и уже были немножко подготовлены к тому, как ребенку давать знания в таком возрасте. Когда мы пошли в детский сад, то мы поняли, что очень низкий уровень в детском садике. И вот у нас с Робертом была такая ситуация, он всегда прекрасно общался, там, на все вопросы отвечает. И тут через три занятия просто у меня ребенок начал говорить на любое мое предложение. Я не знаю, я не умею. Два занятия у него поприсутствовали, когда я увидела, что учительница несколько раз там говорит, нет, ты неправильно сказал, а вот так правильно. Я просто поняла очаг. Смысл школы давать образование, да, и а не делать из них там личность, допустим, да, они дают им знания, да, и каждый ребенок, ну, исходя от того, как он есть, он может эти знания или впитывать, принимать или нет. Анскулеры часто путешествуют. Так дети могут получить более полную картину о природе и в мире целом. Семья Роберта не исключение. Они жили на Бали и в Индии. Там Роберт завел себе много друзей и узнал много нового. Молодец. В доме Роберта нет иерархии, поэтому нет правил, наказаний, дисциплины. Он может делать все, что ему захочется. А вот это задача родителей. Правильно их подготовить к тому, что вообще рамки есть. Да, и не давать полную свободу, чтобы дети могли встречаться с этими рамками, а встречаться они начинают тогда, когда они начинают встречаться с запретами или отказами. Да, вот это очень важно. И потому что после школы у нас идут другие рамки, рамки закона. Если ребенок не научится этому, то у него будут проблемы с законом. Смотри, тут задышные машины, а тут шея, а тут глаза, а тут... лицо. Мы никогда с ним не сюсюкались и всегда разговариваем с ним как с взрослым человеком. Вот. Ну и он, собственно, так и начал общаться сразу. И детей учат, что не машинка, а машинка. А знаешь, что у меня еще есть? Гудма. Ой, сейчас такое. А, две гудмы гармошки. Это по-другому. А это тоже по-другому. Совершенно нормально общается с людьми, со взрослыми. И вот когда он снимался сам тут, и, собственно, когда приезжает ко мне на съемки, он нормально общается со всеми, спрашивает, что это такое, куда вы потащили. А это что, рельсы? А это что за прибор?
Ребенок должен оставаться ребенком какое-то время. Если ребенок будет себя в детском возрасте чувствовать взрослым, то подойдя ко взрослой жизни, он поймет, что он дальше идти не может, потому что очень устал. Анскулинг – это не только образование, но и образ жизни. У него полная свобода в еде. Ну, слава богу, у нас еда такая полезная, что там можно свободу ему дать. Фрукты, овощи, все лежит на столе, все пожалуйста, лежит, бери, он подходит когда хочешь, самостоятельно, ну, по мере того, как он это может. Там вот банан он же сам чистит, режет, делает нам красоту, так он называет, из фруктов режет фрукты, все выкладывает. То есть изначально воспитываем в ребенке именно пользу. Это вот большая ошибка, когда мы только начинаем кормить детей, первое слово, которое мы произносим, попробуй это вкусно. А это ошибочно. Нужно говорить, попробуй, это полезно. Потом это уже вкусно. А что же любит ребенок? Бананы. И кашку. Еще. Орешки мне... Ну, орешки тоже я люблю. Когда он даже другим объясняет, я вижу, как он это объясняет именно не нашими словами, а действительно, что он это понимает, что вот он понял, что это не полезно, что там животику будет от этого больно, вот он своими такими терминами. Не полезно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если он хочет спать, он заснет хоть на скамейке, хоть под креслом, и здесь будет звучать музыка. Если он не хочет спать, ты хоть создай ему полную идиллию, сама засни, он тихо встанет, будет тихо играть, но он не будет спать. Живот? Ему нравится все. Он и творческий, очень ему творческий, ему нравится развиваться, рисовать, и петь, лепить, танцевать. И такие как точные науки тоже ему очень нравятся. Читать очень любим. Про что ты любишь читать книги? Про мультики, про животных, про люди и про фукаты. Все говорят, что жизнь – это игра, а люди в ней – актеры. Но так говорят взрослые. Для ребенка же жизнь – это тоже игра, но та постоянная игра, через которую он познает окружающий его мир. Для ребенка просто очень важно знать эти правила игры, какие они есть, что можно, что нельзя. Но в отличие от взрослых, ребенок не может быть актером в этой игре. Он не играет, он живет. Вот он как бы настоящий, у них настоящая жизнь, у детей. Анскулинг дает ребенку возможность не думать о будущем, а жить в данной минуте, запечатлевает в памяти те яркие картинки, которые есть вокруг него, и находить все больше и больше таких ярких воспоминаний. Ведь жизнь дана человеку для того, чтобы он ей радовался.